Раз, раз, все, работаем. Подошел к концу третий день первого тура. Это отборочный тур в старшей возрастной группе, третьей группе, возраст 15-17 лет. Я сегодня в третий раз на сцене и в третий раз говорю, что все участники 7-го международного конкурса, приехав в Петербург, пройдя регистрацию, жеребьевку и потом преодолев себя, выйдя на эту сцену и подарив музыку, искусство, свой талант, свои эмоции, все, чему вас учили педагоги по нескольку лет, вы уже все до одного победители. Кроме того, я напоминаю, что на регистрации каждый из вас получил диплом участника 7-го международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой. Прошу вас, станете вы дипломантами, лауреатами, или у вас будет только этот диплом, имейте в виду, что все вы уже вместе с нами, с фондом Елены Образцовой, с культурным центром, что все вы участники вот этого огромного события, грандиозного события. Такого конкурса нет нигде в мире для детей и юношества. А вы стали его участниками. В вашей группе приехало почти 60 человек сюда из разных стран. И жюри, как и в других группах, предстоял нелегкий очень выбор. Но, тем не менее, вот сейчас жюри прозаседало, проанализировало все ваши выступления, отметили все высокий уровень подготовки. Поэтому я вас прошу не плакать, не нервничать, никуда срочно не уезжать. Оставайтесь до конца конкурса, даже если вы не пройдете, ну, если пройдете, то у вас участие во втором туре, естественно, в течение 2 дней, а ваш день послезавтра, последний день конкурса, и там уже церемония награждения. Если вы не проходите во второй тур, то надо набраться сил, здоровья и, кроме экскурсий по городу, приходить сюда, болеть за своих сверстников, смотреть, учиться, потому что наш конкурс, мы уже говорили об этом, это еще и мастер-класс. То есть вы повышаете свою квалификацию здесь, на конкурсе. У вас будет еще возможность подрасти, когда вам исполнится 18 лет, прийти на взрослый конкурс, уже международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. Они проходят раз в 2 года, как и детские, только детские у нас по четным годам, а по нечетным годам взрослые конкурсы. Ну, те, кому сейчас 17, то они уже, если им исполнится 18 к следующему сентябрю, они смогут принять участие во взрослом конкурсе. Или подрастете, вот на будущий год у нас 12-й, или вы доживете до 14-го конкурса, приезжайте опять в Петербург, копите в себе силы, эмоции, настроение, готовьтесь очень мощно со своими педагогами и концертмейстерами и возвращайтесь к нам, мы вас всех ждем. У нас очень много случаев, когда выступают и успешно выступают в первой, в детской возрастной категории, потом подрастают, приезжают еще и на вторую, на третью, потом на взрослый конкурс. Мы вас всех помним, всех любим. А сейчас Ирина Алексеевна Чернова назовет фамилию. Вот не знаю, счастливчики те, кто будут еще послезавтра петь, или счастливчики те, кто сегодня, не услышав свою фамилию, продолжат свои каникулы и будут счастливо отдыхать и наслаждаться музыкой здесь уже в зале. Спасибо. Ну, во-первых, я хочу сказать всем взрослым, уже третья группа у нас считается предпрофессиональной, поэтому я хочу вам сказать первое и основное. Завтра у нас очень большое, значительное событие в жизни конкурса. К нам приезжает Осипенко Екатерина, президент Ассоциации фониатров России, Международной Ассоциации фониатров. Она будет проводить занятие практическое и сообщение о охране певческого голоса. Очень всем рекомендую, потому что не зря ее приглашают на Евровидение дежурным фониатром. «Синяя птица», «Голос», «Детский голос». То есть, если
доверяют ей голоса и взрослые, значит, и мы, юные музыканты, тоже можем воспользоваться ее очень грамотными, очень профессиональными советами. Хочу сказать, что упорство и труд решают очень многое. Среди фамилий, которые сейчас мы с Натальей Михайловной слышали, вердикт жюри, сейчас я должна вам его огласить. Хочу сказать, что я знаю, вот здесь есть будут фамилии, которые как-то обрадуются, потому что были непроходные эти фамилии на прошлом конкурсе и позапрошлом тоже. Вот, наконец, пришло то время, когда вы чего-то достигли. Теперь вам нельзя останавливаться ни в коем случае. Вы очень серьезно должны выложиться, но не на 100 уже процентов, а на все 180, потому что это очень серьезно. Финал – это очень серьезно. Две арии – это просто очень значительный ваш рывок на ваш личный оперный Эверест. Всем желаю успехов. Второе, самое главное, сейчас хочу сказать, финалисты могут завтра порепетировать, те ребята, которые, будем говорить, во второй половине прослушивания финала, они смогут завтра порепетировать, чтобы им рано не вставать и спокойно прийти к своему времени. Буду с вами сидеть здесь в зале, будем все репетировать, чтобы слушать, и какие-то помощи со стороны концертмейстера будем смотреть, чтобы у нас финал был достойным. А все остальные ребята, первые 10 человек, которые будут выступать, они, конечно, придут утром и в зале обязательно порепетируют, акустическая репетиция в зале. У нас это традиционно всегда проводится, вы это знаете. Итак, финалисты третьей возрастной группы. Номер один. Калюжная Елена, Россия, Ревякина. Номер три. Иманова Камила, Азербайджан, Баку. Номер пять. Коплик Александра, Россия, Республика Крым. Номер восемь. Кузнецова Карина, Россия, Нижний Новгород. Номер 9. Чикашвили Медея, Россия, Санкт-Петербург. Номер 12. Ашурова Юлиана, Россия, Москва. Номер 17. Тарасян Марина, Республика Армения, Ереван. Номер 20. Мура Юлия, Россия, Якутск. Номер 21. Носкова Ангелина, Россия, Краснодар. Юсупова Эльза, номер 24, Россия, поселок Железнодорожный. Номер 26, Семенцова Клара, Россия, Сочи. Номер 33, Демин Илья, Россия, Москва. Но насколько я знаю, что мальчик вообще-то не... Он учится в Москве, он, по-моему, представляет или Оренбург, или какой-то город региональный. Номер 37. Асатрян Гуар, Россия, Коломна. Номер 39. Барил Ариэль, Соединенные Штаты Америки, Дженкинтаун. Номер 46. Медовникова Далия, Соединенные Штаты Америки, Вудбридж. Номер 47. Звягинцев Илья, Россия, Санкт-Петербург. Номер 49. Лаврова Виктория, Россия, Москва. Номер 51. Адамян Элиза, Россия, Москва. Номер 53. Искандер Лисона, Азербайджан, Баку. И заканчивает нашу группу и вообще наш конкурс Торчинская Яна, Государство Израиль, Батьям, номер 54. Вот озвучены все финалисты с третьей возрастной группы. Вы знаете, у вас очень будет серьезный конкурс. Вы так близко друг от друга стоите, что мне хочется пожелать вам мудрости, выдержки и, главное, терпения, потому что здесь уже так наскоком, нахрапом, как в первом туре у многих это проскочило, не получится. У вас очень серьезная работа предстоит на финал. Хочу вас еще раз всех поздравить и сказать, что в финале 21-го, когда будет церемония награждения, нам хочется услышать от участников второго тура
выученный, ну, не знаю, может быть, вы с нотками будете, но мы хотим все вместе спеть гимн нашего конкурса. Поэтому тут будут репетиции, готовьтесь, кроме программы еще будете петь гимн конкурса впервые. У нас здесь остался исполнитель, наш дипломант конкурса прошлого, Лада Меркульева. Наверное, нам следует провести хоровую репетицию, я так считаю, потому что абсолютно все ребята, а нас будет 60 человек. Вы знаете, решение очень сложное было, не буду скрывать, по третьей группе, но все-таки было принято решение, что пускай будут выступать у нас 20 человек. Это принято, это хорошо, мы рады этому. Но 60 человек, я думаю, что вы в состоянии все-таки исполнить. Педагоги, немножко сейчас подсуетитесь и между делом почитайте слова, выучите стихи, они очень удобные. Музыка очень хорошо ложится на слух. И я думаю, что у нас получится это исполнить на финале и на закрытии 7-го международного конкурса. Еще раз повторяю, завтра репетирует вторая половина. Это вот 10 человек, отсчитайте, ребята, которые последние номера там. Ну вы понимаете, да, что я имею в виду? У вас 20 человек. Первые 10 репетируют утром 21 числа, потому что им петь, это очень удобно. Для них порепетировали, они все должны прийти вовремя. Вы знаете, все, что угодно может произойти на финале. Вдруг решение жюри, что-то может там, ну, что-то скажут, а пусть они поют по одной аре. Это я так, это мои мысли вслух, ничего такого не говорилось. Но финалистам надо быть всем в одно время. Вот пришли все 10 человек и репетируют. Я не знаю, когда произойдет первый перерыв, но думаю, после 10 исполнителей. Следующие 10 могут завтра прийти у меня записаться и, пожалуйста, завтра вечером, после финала второй группы, объявлений ведь у нас не будет, вы понимаете, да? Объявления все произойдут 21 числа в 17:00. Поэтому вы выступаете, можете идти уже спокойно готовиться к финалу. Ничего никто объявлять не будет на финале. Это все будет на закрытии конкурса. Какие-то вопросы есть? Все, спасибо. Карина, я тебе поздравляю, Тарасян, Яму поздравляю. Ну, молодцы, я вот, мне очень приятно, что все-таки вы поработали, и вот 2 года недаром у вас прошло. Вот я говорю, что некоторые фамилии для меня, Торчинскую Яну я поздравляю, потому что, девочки, вы поработали, приехали и не стали петь хуже, а стали петь намного лучше. И вот ваш результат, он всегда нас радует, мы очень этому рады, спасибо.